Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, прибыла в Нью-Йорк для участия в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка. Об этом пишет Fox News. Согласно имеющейся информации, мероприятие запланировано на вторник, 19 февраля. По данным Page Six, вечеринка пройдет в одном из отелей Верхнего Истсайда. За организацию торжества отвечает стилист и лучшая подруга Маркл Джессика Малруни. Ранее Меган Маркл предложила заменить белых профессоров на чернокожих женщин.